Привет, с вами Бибой Робин из команды Top9, город Санкт-Петербург, на базовом курсе проекта Break Advice. Мы с вами уже владеем базовыми движениями топ-рока, мы владеем базовыми движениями футворка. Пускай это будет кросс-степ и сикс-степ. И сегодня на этом уроке мы с вами рассмотрим переход из топ-рока в футворк. Это называется go down, по-русски заход. Самым простым заходом вниз является обычное приседание с положения стоя в положение сидя. Так? Если мы это совместим с простым движением топ-рока под названием кросс-степ, у нас получится следующее. Раз, два, три, четыре. И из этого положения мы начинаем делать сикс-степ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Итак, освоив самый простой заход вниз из топ-рока в футворк, так называемое приседание, мы с вами сейчас рассмотрим более интересный заход, который выглядит интереснее, потому что он является более неожиданным. Выглядит это следующим образом. Кросс, кросс, и теперь идет сама неожиданность. Мы ставим правую ногу за себя, опуская правую руку на пол, делаем за шаг левой ногой за себя, и теперь, выводя правую ногу в третий шаг сикс-степа, мы ставим левую руку на пол. Собственно говоря, вот мы и оказались в положении, в котором делают футворк. Это третий шаг в сикс-степе, и отсюда уже нам удобно продолжать именно тот самый сикс-степ. Теперь вы владеете базовыми движениями топ-рока, вы владеете базовыми движениями футворка, вы владеете базовыми гоу-даунами и вы владеете базовыми фризами. Вы готовы к своему первому полноценному выходу на танцполе.